Билл Гейтс заявил, что в связи смены начальства прежние методы больше не будут поддерживаться. В течение суток к вам подъедут сотрудники Blizzard с целью удаления прослушивания устройства в вашем стуле. Хорош, наконец-то, блин. А то, блядь, близы реально заебали. Слушайте, а получается что? Стоп. Microsoft купили Activision, либо Blizzard Activision. Там же как...